хорошие. Сейчас будем мукбанить. Сейчас я накладу себе пожрать. Вкусняшку наготовил, вкусняшку. Буду есть прям с пылу с жару. Подождите, мои дорогие, не уходите, пожалуйста. Не уходите. Ох, полна сковорода. Сковорода грязная. Да-да. Она же мне чугунная. Вот. Хейтер, как говорят, грязная посуда. Да, уж. Ну ладно, пусть будет так. Пусть будет так. Так, жрать хочу. Капец. Так, подождите секунду. Еще одну секунду. Возьму я мазик. Неожиданность. Я много что возьму, потому что я жрать так хочу. У меня трясутся руки. Наверное, сейчас буду биться, в конвульсии упаду. От голода. Хлеб возьму. Ой, и прям вот на все. Я с вами приехала. Прибежала. Так, поехали вниз. Будем делать так, чтобы вы могли за мной смотреть. И мое, конечно же, обалденное блюдо. Ох, этот штатив заколебал нахер. Блять, не заругаешься, так правда заругаешься. Как поставить? Ни хрена не знаю. Ой, видно? Ну, вроде бы, да, более-менее видно. Но все равно херово видно. Попробуем пониже опустить. Теперь меня не видно. Ох, Любка, ну это колгота, а не Любка. Охота ведь все, что было идеально. Ёпарасете. Ох, не знаю, как мне сделать. Это какой-то просто кобздец мне сегодня. Я еще подустала, не могу прям. Ну, вроде нормально видно, да? Поцеловать вас. Ой, не могу жрать. Хочу, вчера поел раз в день. А время уже, кстати, 1:30 дня. У меня, кроме кофе во рту, ничего не было. Сейчас мазик добавлю. Ой. Мазик. Неожиданность добавлю тоже. Тоже. Все, у меня вот на ложку-то добавим. Заканчивается неожиданность. Прям нужно срочно делать, срочно. Как же я без нее вот ведь? Ох, меня прям плохо видать. Прям беда. Погода жесть. Ох, 8 сегодня. Представляете, декабря у нас дождь. А у нас дождь. Где снег? Друзья, где снег? Я хочу снег. Здесь у меня по-еврейски сыр с майонезом и чесноком. Сыр такой, как он называется, копченый, короче. Колбасный, во. Надеюсь, не протух. Но вроде какашки не воняет. Значит, нормально. Ох. Ой, спина вообще караул. Как болит спина. Ох, как же вам бы меня-то видеть. Причесон мой, мой шорох на голове. Ладно, нормально, пойдет. Сойдет для сельской местности. Ой, все, надо жрать. Правда, пока не упал я. От голода. Руки трясутся. Кто-нибудь скажет, бухала, зараза. Да не бухала, от усталости трясутся. Сейчас вот пожру. Ладно, приятного аппетита Любке и всем, кто будет кушать вместе с Любкой, с этой. Хотела сама себя обозвать, не буду. Приятного вам аппетита, друзья. Начинаем. Любка начинает жрать, а вы кушайте со мной. Ой. Mm-hmm.
Оля. Извините, опять как всегда. Горчица прямо. Ой. Ой, как же вкусно. Наготовила, короче, в духовке я капусту с гречкой. Засняла. Выложу, покажу вам. Короткий этот сняла влог. Посмотрите, короче, как я готовила. О. Сейчас поем. Отдохну маленько. И за Ульяшкой в сад. Подскочу. Капуста такая, когда в духовке готовишь, альдента. Ну, вкусно. А это кожу сняла. Многие не любят. Я обожаю. Я покупаю курицу, всегда разделываю. Филе оставляю для фарша, а все остальное, там, спинки на суп варить, остальные части, там, ну, понятно, или в духовке, или, ну, пожарить там. И вот с филе снимаю кожу, я не выбрасываю, я же экономный, и вообще ее люблю. Ну, вот и зажарила вместе, короче, с гречкой, с капустой. Пусть это вредно, как говорят, вредно, да? Но это реально так вкусно. Я тащусь. Ой. Давно я так с аппетитом, по-моему, не жрала, как сегодня. А еще когда... Трехразовое питание, понедельник, среда, пятница. Будешь, наверное, жрать все на свете. Переесть бы, а то переем, за Ульяной идти. Не дойду, штаны навалю по дороге-то. Будет весело. Ну ладно, сейчас не страшно, зима, одетые. А вы с незаметно будет, не лето же. Ой. Жри, Любка, жри. Жри, 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 пока жрется. Пока есть что пожрать. Ой. На заднем плане не обращайте внимания, хейтеры, жрать готовила, а это противень, формочки, духовка остынет, все уберется, духовка, конечно, помоется, а то ведь вы прям все секете, видите, блядь, где чисто, где грязно. Даже где чисто, а у вас грязно почему-то. Я не знаю. Кайфую. Как же это очень вкусно. Я, правда, капусту люблю со сметанкой, а у меня ее нема. Поэтому майонез добавила, мазико.
Держите меня, семеро, я не могу, как же это вкусно. Уляшки каш наварил манный, ее любимый. Ой, как чипсы, крылышки, вот эти кончики. Ням-ням-ням. Как у вас погода? Хоть напишите. У вас снег есть? Ну вот, 7-8 снег был или как? Ну, у нас дождь. Выложу я, даже не знаю, когда я выложу мукбанк-то этот. Пока дожди. Ой. Наверное, его выложу понедельник он выйдет у меня. Вот это я пожрала. И хлеб, и сыр, и мясо, и гарнир. Ну, ты вечно сяду с этим супчиком, выпендриваюсь, бляха-муха. Надо вам вас поучить, как надо жрать правильно. Надо жрать много. Нехер, как говорится, экономить на себе. Ой, какие крылья, а. В этой жизни нужно есть и себя не ущемлять. В принципе, многие живут хороших, ни хрена не видят. Хоть в еде какая-то радость. А если еще не жрать и, как говорят, за своей фигуркой следить, тогда что вообще жить на белом свете? Следить за фигурами. Надо пожрать, пока есть еще пожрать. Ну, конечно, конечно, все равно в меру. Переедать тоже нельзя. Я вот, честно говоря, уже нажралась. Побросала, покидала. Но все равно доем. Зря я хлеб схватила. Просто с хлебом всегда вкуснее. Ну, вчера тоже жрать готовила. Ну, котлет жарила. Разбил крышку от сковороды. Так жалко. Теперь вот надо купить. Крышка прям такая добрая была. Хорошая. Прям аж это. Даже как-то она разбилась по-странному. Сковорода уже была накрыта, как, ну, крышкой-то. Я несу сковородку эту, и крышку прям пиздыкс, и в дребезге. Не знаю, как я умудрилась так.
Сытно, прям очень сытно. О, пожрала. Так хорошо на душе. Сейчас часов до 4 поваляюсь. Да и вперед на мины. В сад. Ой. А теперь бы кто бы за мной помыл посуду и отнес бы меня до кровати. Был бы вообще тогда идеально. Ой, все, наелась. Не наелась, а объелась. О, благородная отрыжка из поганого рта. Сейчас я водички попью еще. Ой, и все, и будем с вами мы прощаться до новых встреч. Ох, я сегодня, ого, 17 минут мукбанг. О, это говорит о чем? Сколько я много съела. Хорошо. Ой. Сопляки. Заразы. Все, мои дорогие. Спасибо вам, кто меня поддерживает. Вдруг зашел случайный гость, и я вам понравилась такая красотка, вся невозможная. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, не забудьте, чтобы не пропускать мои новые видео. Оставайтесь со мной будет очень интересно. Шорты смешные, мукбанги, рецепты. Буду прям я для вас стараться, мои дорогие ненаглядные. И ставьте пальчик вверх. Ну не жалейте вы эти пальчики, а! Не знаю, мне не жалко. Что же я посмотрю, вы-то у меня такие жадные, а? Вроде бы деньги не платим за это, а? Ну ладно, это ваше дело называется. Все, люблю, целую, крепко обнимаю. До новых встреч!